Это у нас новый парк в Кронштадте на Цитадельской дороге. Парк называется Остров Фортов. Дорожки сделаны, стенды, рассказано про форты. Ну, скорее, развлекательный парк. Хотя тут написано историко-культурный кластер Остров Фортов. Ну, вот, например, вот информация про форт Александр. А вот здесь вот про Кроншлот. Пойду дальше. Ну вот это, я так понимаю, я иду по так называемой аллее героев. Вот там вот винт и какие-то героические вещи. Ну, в данном случае героический фонтан. Военно-морской флот России. И там люди берут водичку. Ну вот, большой винт. Почему-то все хотят сфотографироваться у этого винта. Я понимаю, еще под водой сфотографироваться, на поверхности это чего? Ну, вот. Винт один не снять. Только каким-нибудь дурачком, который там пытается сфотографироваться. Ну, вот. Еще место для фотографий. Похоже, сюда надо приходить рано утром, чтобы не было людей, которые хотят везде сфоткаться. Да, здесь можно на фоне пингвинчика. Редко, когда никого нет. Ну вот. Теперь уже есть. Ну, сюда подойди. В общем, я бы эту аллею героев переименовал в аллею фотографий. Здесь, видимо, что-то еще планируют открыть, но пока закрыто. Лагерь героев будет здесь. Интересное решение для оформления парковки. Ну и просто красивый домик. Видимо, тоже старинный. Что здесь у нас? Непонятно. Адрес: шоссе Цитадельская, 16, литера А. Это вот схема. Панорамные качели, сад памяти, зона тихого отдыха, веревочный парк, яблоневый сад, аллея героев, лагерь настоящих героев, главная площадь, футбол. А в этом здании, что я заснял, тут оказывается администрация. Парковочки для велосипедов есть, но катающихся я не видел. Видимо, нельзя. Ну, в общем, парк небольшой. Я его обошел минут за 20. В общем, шумно, ничего особенного. Рекомендую посетить утром, рано утром, перед открытием. Ну, вот якорь еще даже не... Адмиралтейский якорь, по-моему, еще даже не покрашен. Не видно, что никто еще не фотографировался. Он больше меня ростом точно. Под водой, конечно, якорь выглядит впечатляюще. Здесь не так. В общем, пойду к выходу. Сегодня у нас 9 августа 2020 года. А еще здесь одна большая проблема или небольшая. В общем, с парковкой здесь не очень. Парковочка маленькая. Сейчас все занято. Я смог запарковаться в километре от этого места. В своем автобусе. Ну вот, что-то вроде парковки. Вот там этот парк. Все, заканчиваем.
Кронштадт, остров Портов, музейно-исторический парк. Ну все, пошел к машине.